Итак, друзья, всем добрый вечер. Сегодня презентация нашей команды. И мы все находимся в компании M International. И это совершенно новая компания. Мы 12 октября только отметили 4-летие этой компании. И именно поэтому, потому что это новая компания, мы очень-очень круто здесь развиваемся. На сегодня у меня 1700 с чем-то человек уже в команде. Я в этой компании работаю всего 8,5 месяцев. Чуть больше 9 месяцев, как я зарегистрировался в этой компании, а работаю 8,5 месяцев. И уже заработал около 5 миллионов рублей. Это все потому, что это новая тема на рынке, новинка на рынке. Вот когда появляется новинка, да, именно новинка, это очень большой интерес появляется у людей. И самое главное еще, я потом, после всех спикеров буду выступать, буду объяснять, в чем же выгода, когда новинка на рынке появляется. Это не только продукт новый, да, но еще и пустая ниша. Когда меньше всего конкуренции, то бизнес всегда строится очень-очень легко. Я, например, знаю людей, извините, секунду. Я, например, знаю людей, которые начинали, например, компанию Enel. Все знают, да, компанию Enel, российскую компанию, которая уже или 15, или 20 лет, ну, не как минимум 15 лет, да. Я знаю таких людей, которые в Enel зашли еще 15 лет назад, и они сейчас реальные миллионеры. Прям в месяц зарабатывают 1,5-2 миллиона. Представляете, я думаю, любой из вас хотел бы зарабатывать 1,5-2 миллиона. Некоторые из них зарабатывают 5, 6, 7, 8 миллионов рублей в месяц. Представляете, это все именно потому, что они поймали волну. Они начали эту тему первыми. И у нас тема еще круче. Потому что у нас еще, кроме того, что пустая ниша, у нас еще бинар. Попозже я объясню, что такое бинар. Но вначале у нас будут выступать наши лидеры. Вот Гульнас Хадилова, главный лидер из города Новый Уренгой и вообще из Сибири. По-моему, это Сибирь же, да? Гульнас Хадилова, да, лидер из города Новый Уренгой. Я думаю, она уже чуть-чуть, наверное, осталось до первого ранга. Совсем недавно уже хорошие у нее результаты и в материальном смысле слова, и в продуктах, и в оздоровлении. И вот наши прекрасные спикеры сегодня расскажут, какой у нас продукт. У нас Халилова, представь, пожалуйста, тебе слово, представь, пожалуйста, себя и всех остальных лидеров. Всем здравствуйте. Хочу представить, начну с себя, наверное. Я Гульнас Халилова, как Хабир сказал, с города Новый Уренгой. Я в компании уже 5 почти месяцев, но я не сразу приступила к работе. Я, естественно, испытала на себе. Команда развивается, он больше онлайн и офлайн. В моей команде замечательная девушка, вот, которая есть, Ольга Андреевна. Она тоже с Уренгоя. Мы на продукте. Оля расскажет о своих... Я оставлю ей немножко рассказать про себя. Оля расскажет отзывы свои. Она сегодня расскажет нам про продукцию тоже. Динара. Так, не вижу, извиняюсь, я спикеров всех не записала себе. Их оставила. Хабир, это... свыше другой ветки же, да, я... Да-да, Гульнас Халилова, Ольга Андреева, Гульнас Ахмедина. И Лилия Гумерова. Лилия Гумерова, ага. Лилия Гумерова уже Сапфир, город Сибайск. Она сейчас опаздывает немножко на Zoom. Выйдет тоже с продукцией, с Green Max, с My Max. Гульнас расскажет нам о Blue Max. Ну, о продукции все по чуть-чуть расскажем. Не буду сейчас прям все перечислять. О, Лилия Гумерова уже с нами здесь находится. Все собрались, слава богу. Ну, давайте начнем, наверное, с Лилии Гумеровой, о главных наших продукциях, которые Лилия подготовила.
Это Да, вот это она. наш лидер из города Сибай, Лилия Гумерова. Лилия, можешь рассказать про свои материальные результаты? И вот Гульнас сказал, что она в ранге сапфир, но для гостей это, наверное, непонятно, потому что гости не знают, что такое сапфир. Сапфир – это тот, который заработал уже больше 400 тысяч рублей, премии получает. И Лилия Гумерова, кстати, это все добивается, представляете, еще работает в найме, параллельно просто. Работает в найме, еще параллельно ведет бизнес. Вот это прям реально круто. Я, например, когда только-только начинал в этой компании, да, я работал тренером, я не смог совмещать, поэтому я прям преклоняюсь перед людьми, которые могут совмещать с наймом. Лилия Гумерова, тебе слово. Спасибо. Меня слышно, да? Да, слышно, видно. Спасибо. С пылу жару прямо прибежал с тренировок. Добрый вечер всем, уважаемые партнеры, гости. Даймонд наш, Хабир Сулейманов, приветствую вас. Сильно привет. Спасибо, что дали слово. Все мы знаем, что речь идет о малазийской компании M International. У него всего четыре основных продукта, которые идут на омоложение, оздоровление. Остальные уже, ну, поскольку по той системе, что им нужно Для здоровья. для здоровья, да. Самое главное у нас идет здесь скрининг. У меня с собой нету, к сожалению, продукции. Гульнас, у тебя есть демонстрация экрана, ты можешь показать Так, да, я гринмикс, сейчас как он включу. выглядит? Есть ли Сейчас. вообще гости здесь для начала? Если есть гости, которые впервые вообще у нас здесь в зуме, пусть поставят плюсики, чтобы мы знали. И это для гостей, конечно, мы более подробно же можем рассказать о продукции. У меня здесь новые партнеры только. Только Новые партнеры. Но для новых тоже, значит, это как бы важно знать, куда их пригласили и в какую компанию, что им предлагают с продукцией. Вот он один. Здравствуйте. Вот он один из самых главных наших продуктов. Это Green Max. Он идет 3 в 1. В этой упаковке 20 пакетиков саше. В коробке написано, что рекомендовано его пить по целому саше. Но так как это довольно серьезный продукт, и многие до этого, если не очищались, то лучше всего мы рекомендуем этот продукт пить, деля его на 3 части. То есть там получается ровно 1 чайная ложка с горкой. Его пить очень удобно. За час до сна разводите в комнатной температуре вот это 1/3 пакетика, разбавляете, размешиваете и сразу же его принимаете, так как он через некоторое время превращается в кисель. А в кисель он должен превращаться в желудке, потому что для чего он должен в желудке превращаться? Потому что он там разбухает и обволакивает все стенки желудка, обволакивает все наши ворсиночки в желудке, и дальше он опускается в кишечник. Так ведь? Что делает Green Max? Он работает 3 в 1, как антипаразитарный, антибактериальный и как защита, детокс, очищение печени. У него 16 основных ингредиентов идет. Фруктово-овощная клетчатка, пребиотики, витамин С. Он очень как антиоксидант идет, да, пищевые волокна здесь идут. Он работает через 7 часов после первого применения. Уже на утро вы заметите, как начнется освобождаться ваш толстый кишечник. То есть самый главный иммунитет наш находится в кишечнике, поэтому очень важно, когда начинаете прием продукции нашей компании, нужно начинать обязательно с чистки своего кишечника, чтобы остальная продукция уже 100% могла усваиваться по вашему организму. Так ведь?
Поэтому Green Max пить очень удобно, за час до сна вы его разводите, выпиваете, и потом через полчаса рекомендовано выпить стакан горячеватой воды, чтобы протолкнуть то, что вы выпили дальше. И вот в течение того времени, в течение ночи, он уже начинает высвобождать, выталкивать все ваши каловые завалы. И в течение, как говорится, за время приема этого продукта вы заметите, как у вас уже, как сказать, как вам становится легче, высвобождается все, что накопилось, все каловые завалы, все, что вся жидкость лишняя, все отеки и все, что вы уже набрали за все время, оно все начинает выходить, и человек сразу же замечает облегчение. Ну, естественно, со осторожностью тем, у кого, может быть, есть какие-то хронические заболевания, такие как, допустим, эти каменные заболевания, да, для них нужно с осторожностью, нужно как-то дозировку поменьше, а потом уже по мере того, если особо не будет вас волновать, беспокоить, то вы можете уже вот как одну треть, так и пить. На фоне Green Max выходит очень много паразитов, потому что Green Max, он очищает организм до состояния pH. И у очень наших многих партнеров, которые уже принимали эту продукцию, есть результаты. У них прямо выходили разного характера паразиты, и бычьи цепины, и глисты, и аскариды, и эхинококки, чего только не выходит. Как антибактериальная, тоже очень много у нас отзывов, потому что она сразу же дает о себе знать, сразу же может высыпание выйти, даже как угревая сыпь, даже как зуд или чесотка. Это означает, что ваша печень начинает очищаться, и оно, конечно же, бессимптомно не может проявляться, и оно вот проявляется именно вот таким образом. У многих, допустим, прямо глаза сильно очень гноились, и прямо пленка все закрывалась. Поэтому Green Max, он очень мощный, очень такой хороший продукт, который действительно работает на очищение, омоложение и поднятие иммунитета. Перестанут и беспокоить те заболевания, которые были у вас до приема этого продукта. Головные боли, бессонница, запоры. Такие заболевания, как аллергия, вот все-все-все начнет потихоньку уходить, если вы, ну, естественно, не с одной пачки, нужно его принимать до тех пор, пока вы не почувствуете, что у вас есть эффект от этого продукта. От Гринмакса очень хорошо люди худеют. У меня у самой, когда я начинала эту продукцию, была основная проблема – это запоры, потому что у меня сидячая работа, и когда не всегда удобно сходить, поэтому я зашла только на то, чтобы получить результат по оздоровлению, и так получилось, что я здесь увидела возможности заработка и начала очень активно здесь строить свою команду. На сегодняшний день в моей структуре, ну, когда смотрю, удивляюсь, больше 600 уже человек. Я уже подхожу к рангу рубин. В моей структуре уже почти готовы 3 сапфира. Один уже точно есть, и 2 сапфира прямо на подходе. Поэтому вот зайдя только на Green Max, можно сказать, я сумела построить, находясь в найме, вот такую большую структуру. И сейчас уже я, конечно, ни за что не жалею, только-только вперед. У меня, наоборот, больше желания, чтобы больше людям рассказать об этом продукте, потому что он на самом деле халяльный, так ведь? Он растительного происхождения, здесь все-все-все такое натуральное, все это чувствуется, сила, молодость, прилив бодрости. Вот это раз все я на себе испытала, я могу с легкостью всем-всем это рассказывать, и люди, которые за мной наблюдают, они тоже смотрят-смотрят и начинают тоже пробовать нашу продукцию. На этой продукции моя мама очень хорошо оздоровилась, наши сестры пьют сейчас, ну и как бы даже мой муж подсел теперь на этот продукт, хотя он в первое время был очень против.
Я даже было, что бывало, что прятала эту продукцию, думала, чтобы он не ругался. Но сейчас вот он вахтовик, уезжает и говорит, а магнитку уехал в этот раз. И мне с аэропорта думает, ты что мне не положила продукцию? Я не знаю, что делать. Я говорю, сколько у тебя времени есть? Он говорит, 40 минут. Я звоню своему партнеру Юлечке Магнитогорске. Я говорю, Юля, у тебя есть возможность довести ему продукцию? Она говорит, ну, если я успею. И они прям подлетают, она к аэропорту, передает ему продукцию, он садится и влетает. Представляете? Вот уже до чего дошло, что мой муж тоже начал пить эту продукцию и понимает, что она очень эффективная и такая очень полезная. У Гринмакса очень много-много свойств. Если о нем рассказывать, то там нужно прям целый зум посвящать, поэтому я не буду вас очень сильно нагружать. Просто вот основное я сказала. Он как антипаразитарное, антибактериальное, детокс очищение. Прошу прощения, вот в составе расторопши указано, но его же нету в составе. Есть, просторопша. Полная раскладка у нас есть, если вы можете посмотреть. Мы же вот, я для себя, допустим, в Ютубе на сайте, когда там открывается состав Гринмакса, да, если нажимаете на картинку, то там открывается прям полный расклад, из чего он состоит, и расторопша там есть. Вам вот я советую Вот нашу упаковку я инструкцию. смотрю, ингредиенты. Тут нет расторопши. Может, там не написали, а вообще он есть в составе расторопши. Расторопша, это точно есть. У него все 16 ингредиентов, которые там заявлены, они все есть в этом продукте. У нас было даже, что исследовали нашу продукцию в Уфе. Я сейчас забыла, как его зовут. Он работает в лаборатории, да? Какие многие сомневаются, когда им предлагают, они берут в лабораторию, сдают продукцию и хотят узнать, на самом деле эта продукция стоящая. И вот когда он в одном из зумов у Радика Дильмухаметова рассказывал, он сказал, что он очень удивился, когда ему принесли и сказали вот такой состав. И когда он его исследовал, то вместо 100% он просто сказал, что здесь рабочий состав 130%. Представляете? И от того, что такой состав богатейший, он решил сам выкупить у того, кто ему принес, попробовал, и сейчас он очень активно тоже продвигает нашу продукцию, потому что он сам научно исследовав ее, доказал, что здесь эффективность очень хорошая. Просто, конечно, нужно и с осторожностью, и не один месяц его нужно пропить, чтобы понять, какие заболевания у вас уйдут. С одной пачки, получается, если здоровый кишечник, так ведь, уйдет от 5 до 15 килограмм каловых завалов. Если у человека есть какие-то проблемы, то 2-3 ведра выйдут всяких завалов, и вы начнете замечать уже, что вы этого не ели, если вы будете наблюдать, что у вас в унитазе. Там целый фарш, целый виноград, винегрет начинает походить. Поэтому продукция очень эффективная. Я испытала это на своих детях. Допустим, у меня у одного из сыновей аллергия была в августе на полынь. И в этом году я ему дала, наверное, только 5 дней в августе. И аллергии у нас не было. И как бы параллельно так получилось, что он у нас как козьими какашками какал. Сейчас он прям колбасками начал какать. Ему хватило неделю вот пропить. Я им больно-то не давала. И то там дозировку я себе размешивала и им давала. Как бы отпить моего стаканчика. А полностью, вот он, Гринмакс, Хабир Да. показывает. Да, вот в коробке полностью весь состав не написан, но расторопша она есть, да, 100% есть. Давайте Она мы... 100% есть. Да, давайте этот... Артур, спасибо за вопрос вообще. Я могу найти специальное видео, которое есть именно, где про состав, полностью про состав. Вот здесь, вот в этих сайтах тоже весь состав не написан. Ну, состав здесь заявлены 16 растительных ингредиентов, они полностью есть. У них есть 10, 9 сертификатов, одна лицензия у этих продуктов. Поэтому, если сомневаетесь, вы можете
вместе исследовать, конечно, все Лиля, а полностью. поделись своими еще, не знаю, материальными результатами. Материальными, да. Я вот только что сказала, что я уже почти рубин, у меня уже почти 700 тысяч я заработала. Зашла в компанию 1 апреля. Я просто на здоровье зашла на самом деле. И так получилось, что я настолько была в восторге от того, что со мной происходило. Во-первых, я стала крепко спать, а так вот чутко очень спала, и сон у меня наладился. Я смотрю, и мама моя, которая ночью несколько раз там бегала, надо, не надо, в туалет бегала. Перестала бегать в туалет. И, конечно, радость большая для бабушки, у которой сахарный диабет, которая основная проблема, не может сходить в туалет, это да, она тоже стала стабильно ходить, для нее это тоже прям вот, ну, для меня это радостно, что я могу такую продукцию дать, и что мама моя там не переживает, как вот это, уснуть, как проснуться, как день пройдет, поэтому это для меня было показательно, и потом у меня Только на свекровь руку. к нам приезжала в гости, тоже она вот очень не хотела пить, мы ее прям заставили, можно сказать, ей уже почти 80 лет, когда, естественно, бабушки меняют место своей дислокации, у них вот тоже проблема происходит. То спать не могут, то в туалет не могут ходить. И вот в течение месяца, пока она у нас гостила, она пила эту продукцию, и даже дошло до того, что она стала подниматься на второй этаж. А до этого она всегда у нас останавливалась и говорила, нет, я вот здесь, вот на первом этаже, вот на диване только, и никаких вторых этажей не буду подниматься. У меня голова кружится, там еще что-нибудь. А тут вот она месяц, пока гостила, пила. Она пила и Green Max, и My Max, конечно. И так получилось, что когда она у нас была, были у нас гости, я ее попросила, я говорю, давай мы тебя потихонечку поднимем наверх. Одну ночь только, пожалуйста, на втором этаже как-нибудь поспи. А потом все, ей понравилось. Она говорит, ладно, я не буду вам мешать. И на второй этаж стала бегать. Сама по себе. А И сколько ей лет? говорит, Сколько у ей лет? 78. Круто, круто. И вот она говорит, ой, да у меня даже руки, говорит, красивые стали, разгладились. То есть раз она пила Green Max в паре, в тандеме с My Max, а My Max, оно очень хорошо влияет на структуру кожи, она даже вот за месяц заметила, насколько у нее улучшилось вот это. Ну, конечно, на фоне наших продукций нужно обязательно пить воду. Вода – это, конечно, источник так и так здоровья, да, но не все же любят воду пить. А вот эта продукция, особенно если вы начнете пить MyMax, она сама по себе почему-то вызывает жажду и хочется пить. И хотите вы этого или не хотите, вы будете пить воду на MyMax. А Green Max, он рекомендовано, чтобы вы пили в течение дня от 1,5 до 2 литров воды. Потому что если вы не будете пить воду, то эта продукция будет просто лежать у вас в желудке, да, и, ну, как бы, и не будет расходиться по всему телу. Рекомендовано, чтобы вы пили воду, чтобы она именно разошлась по всему вашему организму и мягко, и во всех труднодоступных местах смогла поработать и вывести все необходимое, ну, все шлаки, которые вы накопили. Второй продукт, который мне сегодня сказали рассказать, это MyMax. Это самый любимый продукт женщин. Так ведь? Здесь у кого есть фотографии или упаковку, может быть, MyMax? Можете показать. Хабер, нет у тебя Да, вот у меня MyMax? есть MyMax. Вот он так выглядит. MyMax выглядит Выглядит. вот так. В нем тоже 20 пакетиков саше. Размером он уже меньше, конечно, Green Max. У него 6 основных компонентов. 6 очень мощнейших компонентов. Одним из них является этот астаксантин. Астаксантин. Астаксантин, да, который добывается из морских водорослей красных, да. Он по мощности в 1000 раз мощнее витамина С и в 6000 раз мощнее витамина Е. То есть это очень мощнейший Антиоксидант. антиоксидант, да. Это мощнейшая защита клеток от раковых вот этих клеток. То есть она защищает клетку от радикальных клеток, от вот этих
свободных радикалов. свободных радикалов. Извините, я сегодня так бежала, что я уже так разволновалась и немножко путаюсь. В Илья, его давай я от состав тебя идут. добавлю, смотри. Вот вообще это мой любимый продукт, я каждое утро его принимаю. Вот у нас ученый есть Фред Зули, ну, я имею в виду у нас ученый, это ученый Швейцарии. Вот именно этот ученый, он разработал именно от яблоня, которая растет только в Швейцарии. И вот эта яблоня, представляете, она даже охраняется законом Швейцарии. И яблоня, она известна тем, что вот яблоки падают на землю, да, и от полугода до года вот яблоки лежат прямо на земле и вообще не гниют. Вообще не гниют. И вот Фред Зули, он 28 лет разрабатывал клеточное питание от именно этих яблок и от сосны, потому что сосна вечно зеленая. И разрабатывал 28 лет, уже все опыты проведены. И вот у этих растений есть такое понятие, как оно называется, теломеры. Вот теломеры, когда они сокращаются, то человек побыстрее стареет. А клеточное питание вот от этих растений, оно вот благодаря клеточному питанию теломеры медленнее сокращаются, и именно из-за этого, получается, люди стареют медленнее. Вот такие вот крутые эффекты от клеточного питания и от молодильных яблок. Да, я вот забыл сказать, что это молодильные яблоки. Все, наверное, слышали про сказку «Молодильные яблоки». А на самом деле они, оказывается, существуют в реальности. Когда-то их могли употреблять только вот миллионеры, миллиардеры. А сейчас, благодаря нашей компании, уже и обычные люди могут использовать продукцию от молодильных яблок. И вот они растут только в Швейцарии. Вот в составе MyMax как раз-таки есть вот эти шесть основных компонентов. Это астаксантин, дальше ресвератрол, который добывается из косточек винограда, да. Есть ягоды, плоды этого облепихи. Здесь состав хороший. Он влияет на, как, ну, этот, на улучшение этого сустав с этих сосудов. Яблоки, ягоды, черники на зрение влияют. Также здесь тоже, вот как Хабир сказал, применяется полифенол швейцарского яблока, которое добывается методом каким-то там определенным выжимкой вот этих полифенолов, которые тоже влияют на омоложение клетки. И применяется сюда теломеры сосны, которые влияют на удлинение этих наших клеток, чтобы они более дольше делились и более дольше приносили нам здоровье и красоту. Вот эти шесть основных компонентов именно все в паре влияют на оздоровление и омоложение организма. Если MyMax применять больше трех упаковок, да, то сразу же заметно, как уходят глубокие морщины, лицо, овал лица, все подтягивается. Очень заметно для женщины это. Потом MyMax рекомендован тем, кто болеет сахарным диабетом, потому что оно очень хорошо помогает выводить из организма холестерин. Вот все, что я хотела рассказать. Следующее слово Гульнас передавай, кто по следующим продуктам. А можно спросить, вот как именно они производятся, экструкция или выжимка какая-то протирается? Вот стволовые клетки там написано, что растительные, как они выглядят, как это происходит? Что это такое? Ну, я так. Стволовые. Тебя не слышно, Гульнас? У нас тебя не слышно, у тебя микрофон выключен. Давайте я попробую. Смотрите, мы же не ученые, да, мы не можем ответить
Именно как? Ну, раз вытяжки стволовых клеток, это значит, это путем молекулярного способа вытяжки. Это не то, что просто вот БАДы, которые у нас продаются, растерли, запрессовали, в красивую упаковку положили, разрекламировали и отдали нам, да? Здесь раз идет на уровне клеточном, значит, это где-то на молекулярном вытяжках, значит, это именно для человека, который нужно, а не так, что в общем. Не Это вот животного происхождения, да, да. да. Я так, ну, я вот просто говорю от того, что это не просто так сделано, потому что если бы это было просто так, то бы уже давно бы это бы клеточное питание придумали бы, и уже давно бы, как сказать, наши технологии сейчас бегут вперед, поэтому давно бы уже рекламировались бы в других больших компаниях. А она только пришла в нашу страну и вообще на бизнес вот этот. Методом фитоцелтик его выжимку Да, производят. вот я. Ну и, конечно, в лабораториях, которые есть в нашей компании, это же не первое, не сразу же его изобрели, и сразу же выпустили и начали применять. Да. Его еще в 15-14 годах начали выпускать и применять, пробовать. Там были люди, которые испытывали на себе, проходили испытания различные. Там 20 человек, допустим, пробовали только полифенол яблок на себе. 55 человек пробовали выжимку вот этих теломеров сосны и смотрели, наблюдали за ними, что с ними происходит в течение там определенного количества времени. И они сдавали анализы, их там как всевозможно обследовали. И было доказано, что именно полифенол яблока действует как омолаживающий эффект для организма. А теломеры сосны, они вот именно что способствуют замедлению старения организма. Это, наверное, как-то вот в каких-то медицинских центрах исследовали все там в расширенном таком виде, и метод такой растительный, то есть именно клеточное питание уже очень доказано, и наши российские ученые, они все рекомендуют именно клеточное питание применять. Не то, что БАДы, которые вот мы тоже много компаний, которые БАДы рекомендуют, да, но а если вы через клетку начинаете применять свое здоровье, то есть начинаете с того, что вы начинаете омолаживать свои клетки, то здесь эффект больше. Потому что сначала очищается, все шлаки выводятся, а потом все вот все, что есть в нашей компании, начинаете применять, оно уже в течение полугода становится ярко и заметно. Вот насколько у вас поменялось все. Ну, вот по себе только я могу сказать, что с 1 апреля, конечно, у меня результат очень хороший. Во-первых, у меня и стул наладился. Во-вторых, у меня были проблемы со спайками. У меня было очень много операций, и вот этот спаечный процесс, он бесследно, конечно, не проходил. Это ежемесячно, он о себе давал знать. Это, во-первых. Во-вторых, у меня были проблемы с яичниками. Они были все поликистозные, и у меня были проблемы с циклом месячных. Вот. Это самое, наверное, для меня. Почему я обратила внимание? Потому что результатов очень много было со стороны Монголии, Малайзии, они все писали, и мне хотелось в первую очередь попробовать, потому что гормональные всякие вот эти таблетки, они способствуют чему? Тому, что начинается жор, человек начинает набирать вес, да, и как только ты бросаешь эту, ну, вот эти вот гормональные таблетки, у тебя та же проблема обратно возвращается. И основательно подумав, я решила, что нужно попробовать все-таки клеточное питание. Нисколько в этом я не покаялась. На самом деле у меня наладились все те проблемы, которые у меня были. Сейчас у меня и цикл наладился в 21 день, и стул наладился, и бодрость, здоровье, и, конечно же, финансовой стороны. Это очень заметно, что я стала зарабатывать, планировать и ездить, и знакомиться в различных городах с такими прекрасными партнерами, с такими успешными людьми. Надо же тоже заряжаться, вот от успешных людей приходит тебе успех. Я вообще в восторге и рада, что здесь есть такие люди Лилия, скажи, пожалуйста, вот, успешные. Лилия, а ты скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что 700 тысяч где-то заработала, да? За 7 месяцев, получается, есть с апреля. Это получается 100 тысяч ежемесячно. Да, А да. ты больше здесь заработала или на работе?
Своей Ой, ну, нами. конечно, здесь, Здесь? конечно. Здесь, конечно, потолка нет. Вот на работе сколько бы я ни работала, сколько бы я там суток ни просидела, да, я 45 тысяч как получала, я бы так и получала. А здесь, если я побольше времени уделила, да, там в день нескольким людям рассказала, то, конечно, у меня и зарплата растет. Я стараюсь после рабочее время обязательно устраиваю встречи офлайн, онлайн, видеозвонки. Я работаю, я на самом деле очень увлеклась этой работой, мне она очень понравилась. Бухгалтерия – это скучная работа, сама по себе сидишь, цифры свои считаешь и все, выводишь, сводишь баланс. А здесь как бы и общение, во-первых, естественно, здоровье и вообще то, что есть возможность ездить, общаться, зарабатывать, планировать наконец-то. Я очень много чего приобрела за это время, не заходя в кредит, можно сказать. Хороший гарнитур себе купила за 350 тысяч, спальный гарнитур себе купила. Пошла вот просто, я вообще спальный гарнитур пошла покупать, я просто, там есть магазин рядом, школьник, я зашла туда за тетрадкой детям. И так получилось, что заглянула в соседний магазин мебельный. И вот, понимаете, вот раз деньги есть, я зашла и мужу говорю, выноси старый гарнитур, мне везут новый. Поэтому у всех есть возможность, главное, чтобы было желание работать, понимаете? А здесь ограничений в зарплате нет никаких. Это первое. Второе, что меня цепляло, это я в 2008 году работала в компании Amway. Тогда я тоже работала бухгалтером и попробовала в сетевой компании поработать, Amway. Ну, тоже хорошая американская компания с хорошей продукцией, но его продвигать было очень сложно. Там нужно было подтверждать свой статус, там нужно было товарооборот ежемесячный какой-то сделать, это нужно было развозить, вот это вот сумками на самом деле, вот когда сейчас кому-то предлагаешь, не бояться, что нужно бегать сумками кому-то что-то предлагать. Когда мне объяснил Хабир, что не нужно ничего продавать, он мне сказал, что я ничего не продала, что здесь просто нужно рассказать и разобраться в продукции. Я посидела, подумала, и на самом деле я еще ни одного продукта не продала никому, да, просто вот подключение, подключение, общение и финансовая свобода, и то, что мой сапфир уже не сгорит, мне нравится, да, даже если я целый месяц ничего не буду делать, я все равно остаюсь сапфировым директором, и также буду получать вот эти доходы от первой, второй линии, меня устраивает это, мне устраивает, что не надо товарооборот делать. Единственное условие в этой компании это в 45 дней один раз нужно через свой личный кабинет заказать один продукт. Можно со скидкой за 3000, можно ну, за полную стоимость, если у вас там DP кошелька нету, да. Мне вот это только вот зацепило, что никаких таких усилий не надо делать. Это же здорово. И то, что компания молодая, только зашла. И здесь непаханное поле людей. В каждый, вот соседи только в моей улице сколько. Если в каждый дом зайти и рассказать, как Гринмакс работает с Маймаксом, никто не откажется. Просто нужно время. Понимаете? И все, каждому. Если вот, ну, у меня вот тут его не сгладить, кому бы я ни рассказала, никто мне ни разу не отказал. Я просто Круто. посажу, тихонечко расскажу, мне никто не отказывает, они сразу подключаются. Поэтому я думаю, что это несложно, это просто надо от души через себя провести, рассказать, как этот продукт на тебя действует, потому что в первую очередь смотрит на тебя, так ведь? А ты его пробовала? Вот все же спрашивают, а у тебя что было? А как ты себя чувствуешь? Если они видят, что ты не врешь, не юлишь, что ты там не хочешь с них денег поиметь, а ты вот хочешь им помочь, что ты вот знаешь их проблему, ну, почему бы они подключаются все? Поэтому это очень искренне классная компания. Я рада, что вы все здесь оказались в нужное время, в нужный час. Просто работайте все и все. У всех все Спасибо. получится. Спасибо большое, И Юлия. тем более у нас есть очень классные наставники, мотиваторы. Хабир, это вообще такой мощный, мощный, мощный мотиватор. Он очень классный. Я очень благодарна, что ты в моей жизни появился, потому что если бы не ты, может быть, от привычной жизни мне было бы сложно выйти от своей зоны комфорта. Да, пришла, там сериал посмотрела, где-нибудь в огороде
полазил, и ничего бы у меня не произошло за эти полгода. Представляете, полгода, это же и небольшое такое время. А за полгода у меня вот столько чего произошло. И, ну, как бы я очень счастлива в этой компании. Поэтому работайте, работайте все. Спасибо за предоставленное слово. У нас, ну что, ты у нас главный модератор, давай уже 40 минут мы сидим, давайте минут по 7, по 8, всем следующим Ну, спикерам. давайте тогда сейчас послушаем Гульнас Ахмедину. Она Наш расскажет. лидер из города Белорецк, Да. тоже опытный человек в сетевом маркетинге. У нее огромная команда была в Инкрузе, больше 100 человек, по-моему. Гульнас Ахмедина. Здравствуйте. Я в этой компании, в компании M International всего лишь 1,5 месяца. И я вот как Лилия тоже могу сказать, что прямо балдею от этой компании, от продукции, от маркетинг-плана, от всего. Мне очень нравится, нравятся мне наши наставники. И вот позавчера мне только сказали, что я должна рассказать про Blue Max и Екатерину. Хотя, хоть и волнуюсь чуть-чуть, так как особо такими знаниями не владею и далека от медицины, поэтому я уж буду подсматривать некоторые термины, потому что все сразу не смогла запомнить, и именно Blue Max я еще сама не пробовала. Я пока вот Green Max пробовала, и мы сейчас с детьми пьем Nutrimax и, конечно же, Екатерину. Екатериной пользуюсь. Вот, что же такое Blue Max? Это иммуномодулятор. Это продукт, который поддерживает общее здоровое развитие. В Blue Max более 60 минералов и очень много витаминов, такие как витамин С, Д, железо, кальций, магний, калий и так далее. Он сам по себе полезен для сосудов, для работы головного мозга, для иммунитета, для костей и суставов. И очень хорошо помогает от отставания развития. Blue Max содержит сине-зеленые водоросли, альфа и шампиньона агарциса. Я, конечно, особо в этом не разбираюсь. Они, вот, которые поддерживают нашу иммунную систему в борьбе с вирусами и бактериями. Blue Max поддерживает здоровую иммунную систему, уменьшает боли в суставах, снижает риск сердечных заболеваний, улучшает память, настроение, повышает гемоглобин, снижает риск сердечных заболеваний, так, и что хотела сказать, чистит и укрепляет сосуды. И здесь я еще вот сама прочитала, что оно помогает от гипоксии мозга. И вот я сама почему именно заказала на данный момент именно Blue Max, потому что у меня ребенок, 7-летний ребенок у него была гипоксия в детстве, и вот я хочу сейчас потихонечку его полечить. Ну, особо сейчас он не болеет, но у него чуть-чуть осталась косметлазия, и я думаю, что вот этот Blue Max поможет. Я очень верю продукт этой компании, потому что именно Green Max, после Green Max, внутри Max, я увидела хорошие результаты и думаю, что Blue Max тоже хорошо поможет. Екатерина, я думаю, все женщины, которые в нашей компании, не только женщины, наверное, уже Екатерину мы используем не только как инструмент, но и как маски даже применяют. Что же такое Екатерина? Это интим-гель, это женское здоровье. Это средство для женской интимной гигиены на основе натуральных, идеально подобранных экстрактов трав и других растений. Средство Екатерина не только поддерживает чистоту и гигиену, но является профилактическим средством мочеполовой системы, помогает облегчить
Общий менструальный и вагинальный дискомфорт. Это профилактика всех, можно сказать, всех женских заболеваний, такие как миома, молочница, воспаление, повышение чувствительности, геморрой, цистит и так далее. Я сама вот Екатерину пользуюсь примерно 3 недели. Скажу, что я сразу почувствовала результат. После 5 дней ушли все трещины. Оно еще, вот что я хочу сказать. После 35 многие женщины мучаются от того, что падает либидо. Вот говорится о том, что оно повышает либидо, сужает влагалище, вырабатывает достаточное количество смазки и так далее. Но на самом деле, вот именно от себя хочу сказать, что на самом правда это то, что оно повышает либидо, оно лечит и молочницу, лечит все инфекционные заболевания. Не то, что лечит, а именно профилактика. Оно для профилактики. Недавно я даже попробовала тоже помазать лицо, потому что у меня частенько появляются вот эти не морщины, а прыщики, прыщи, прыщи. И вот я помыла лицо, тоже было такое легкое жжение, но сразу где-то после 5 минут смыла и почувствовала тоже, что оно высушило лицо. Вот. Ну и все, наверное. Я так прям старалась, чтобы не более 5-7 минут рассказать. Думаю, что уложилась. Все отлично. Да, молодец. Основной Гульнас все рассказал. Спасибо тебе большое. Можно дополнение? Да. Здравствуйте. Да. Дополнение. Дело Можно в том, камеру включить? что Камеру. я включила, Ага, видать? да, видно теперь, да, спасибо. Блюмакс, в деревне живут мои родственники. Ну, естественно, мужики иногда после бани выпьют, или, ну, любитель выпить, зять, и в день по 2-3 пачки сигарет прокуривал. А вот эта родственница Blue Max взяла Екатерину, а до этого она Green Max пропила. И Blue Max, когда начала пить, он спросил: ты что пьешь? Ну, чтобы не болеть, мы в деревне живем. Она его обманула, потому что он помогает бросать курить и пить. И вот когда он начал применять Blue Max, примерно 1,5-2 недели пил, они пошли куда-то на юбилей. Естественно, он там нахрюкался. И он выпьет рюмку две, похмеляется на 2 литра. Это как у всех мужиков. Что интересно, на завтра он вообще не похмелялся, и его уже не тянуло пить. И в день сейчас у него где-то только пачка сигарет уходит. Он стал меньше курить. И насчет Екатерины. У этой родственницы получилось так, что в один день пришли, подрались кот и ее младший сын. Оба с синяками, кот вообще ободранный, пол хвоста нету. Она их отругала, кота чистым Екатериной помазала, потому что он вообще сильно был побитый. И сыну просто на марлю чуть-чуть побрызгала Екатерину, на синяк положила, и начала говорить: я чувствую, что на завтра будет не лицо, а морда. И на завтра утром он отнекивался, не хотел. На самом деле синяков не было, отека не было. И сын подошел к ней и говорит: мам, дай вот эту штучку. Какую штучку? Ну, которую, чтобы синяка не было. А зачем тебе? А мне в этом месте, говорит, прыщей нету. И он, сын, начал просить вот эту Екатерину. И он спросил: а что такое? Это, говорит, интим-гель. Ой, говорит, блин, никому не говори, что я интим-гелем мажу. Но, что интересно, у него прыщи не совсем кончились, а стало меньше. Вот это мое мнение. Спасибо за Спасибо, отзыв. огромное спасибо, да. Это уже прям реально крутые отзывы, настоящий результат. Спасибо, Да, Екатерина. шикарно. Ну, давайте сейчас тогда, чтобы не затянуть наш зум, пригласим Ольгу Андрееву, дадим ей слово. Оля, тебе слово. Тоже, если можно,
А по основным? Где я? Оля, ты здесь, все хорошо, видим тебя, слышим. Сейчас. Я, так как, здравствуйте всем, я Ольга Андреева, бизнес-партнер этой прекрасной компании. Я первый раз выступаю, ну, в Зуме, поэтому буду читать немножко. Я так готовилась, переживала и переживала сегодня целый день. Всем писала, что я переживаю, поддержите меня. Я конспект написала, буду читать, вы меня не ругайте, хорошо? Я сама сидела, думала и написала. Ну, что-то, может, в глаза вам посмотрю, скажу, а что-то оттуда буду читать. Ольга, знаете, Первое, хочу рассказать про Филиппина. Ладно. Вот вам вообще волноваться не надо, у вас самый крутой результат. Во всей команде у вас самый крутой результат по продуктам, поэтому вам вообще не надо волноваться. Да, Про коллекцию вначале можно расскажу, да? Да, конечно. Так. У меня сами нету, потому что я его уропила, а второй у меня еще не пришел. Флексима, он такой уникальный продукт для нашего здоровья, суставов, костей. Устраняет двойной синдром и восстанавливает подвижность суставов, убирает отечность, снижает холестерин. Что же в нем содержится? Содержится в нем экстракт апельсина, кукурузы, морского сада, экстракт куркумина, гиалуроновая кислота и витамин D. Экстракт морского салата снимает воспаление, способствует выработке коллагена. Куркулин, который содержится в этом экстракте, в продукте, содержит набор витаминов, большой, огромный. С, К, Е, витамины А, В, а также содержит кальций, фосфор и йод. И эфирные масла еще. Благодаря эфирным маслам снижает холестерин. Оля зависла, что ли? Зависла, да, по-моему. У нее интернет, наверное, слабый. У Ольги, между прочим, самый крутой результат по продукту. Она потеряла, по-моему, уже 15 килограмм, да? А сколько Да. весила, Гульнас? Ты знаешь, сколько весила? Она не любит озвучивать эту точную сумму. Я скажу, больше 120 килограмм. Да. Сейчас у нас уже... Ну, я... А, все, появилась, Оля сама расскажет. Отлично. Снижает холестерин из-за того, что эфирные масла в нем помогают при артрозе и ревматоидном артрите. Это очень хороший продукт. Способствует общему оздоровлению и очищению организма. И способствует выбросить желчи и выбросить ее в двенадцатиперстную кишку. И это еще запускает процесс разжигания. И он в купе с этим, с Гринмакс, очень хорошо начинает сжигать жир. Витамин D укрепляет кости и суставы. Все компоненты, которые находятся в этом продукте, усиливают друг друга. Принимать его надо утром натощак под язык. У него вообще нет бабочек. Таким образом, можно сказать, что продукт работает при артрите, артрозе, паре, снижает воспаление, снижает холестерин, защищает печень. Вот я его сам принимала. Это очень-очень обалденный продукт. Меня слышно, да? Слышите меня? Да, слышно, да, Оля. Слышим. И вот он очень обалденный, потому что я, пока его не принимала, я еле-еле ходила из-за того, что у меня очень большой вес был. Вес же, он бит на суставы, и суставы очень сильно страдают. Это я сразу угуглила Гринмакс и его Флексимакс, потому что мне надо было, чтобы мои ножки пошли, ходили. И я говорю, это волшебный продукт вот именно при артрозе и артрите. Очень хорошо помогает. Вот сегодняшний день даже после одной пачки продукта вот этого, который я пропила, я
ну, с уверенностью говорю, что у меня боли на 70% ушли, на 70%, потому что я чувствую себя. Я сейчас хожу, так как начал вот настройки, ну, в силу обстоятельств, и на 6-й этаж поднимаюсь и спускаюсь в день по 5-6 раз из-за того, что работаю в таком месте. И вот второй Крутой результат. продукт, а? Реально крутой результат, если 5-6 раз на 6-й этаж, это прям Это очень. один подъезд, а там еще два подъезда. Это получается 19 раз. И это еще по квартирам ходишь. Ну, это очень много хожу, Гульназ знает. И вот. А второй продукт я хочу сказать вам. Это Нутримакс. Я его сейчас принимаю вместо ужина. Нутримакс – это комплекс полноценного питания, может заменить завтрак или ужин. Это один из уникальных продуктов, потому что, ну, как сказать, его пьешь, и есть чувство сытости, и есть не хочется. Вот я ужин его им заменяю. Нутримакс поможет не только сбросить вес, но и поддержит наше здоровье. Продукт имеет очень богатый состав микро- и макроэлементов, витаминно-минеральный комплекс, необходимый организму. Из чего же состоит Нутримакс? В Нутримаксе есть соевые бобы, которые улучшают здоровье желудочно-кишечного тракта, предотвращают анемию. Зеленая фасоль, которая в нем находится, замедляет пищеварение и способствует чувству сытости. В Нутримаксе 3 раза больше витамина А, чем в моркови, поэтому улучшает зрение. 7 раз больше витамина С, чем у апельсина, помогает предотвратить простуду и грипп. 3 раза больше кальция, чем в молоке, следовательно, укрепляет кости и зубы. Также это контроль и снижение веса, снижает риск рака молочной железы. Это очень хорошее средство профилактики ишемической болезни сердца. Также Нутримак восстанавливает функцию поджелудочной железы и нормализует давление. Принимать, как же его принимать? Принимать вот такой стакан воды я беру. Ну, так как я пью, хочу рассказать вначале вам. Я вот такой, ну, 200-граммовый стакан беру, ну, не полный, чуть-чуть, ну, 180 грамм, как все. И насыпаю туда всего половину саше. Я первый раз попробовала, полное саше, ну, оно мне, ну, что-то слишком много, очень густой получился, и я тяжело его выпила. Но теперь я его пью по половине, и он мне помогает. Хорошо, я не ужинаю вообще, но если очень сильно кушать хочется, бывают такие моменты почему-то. Одно яйцо вкрутую варишь и съедаешь. Это яичко съела, и как будто ты, я не знаю, как сказать, как будто ты целую тарелку картошку жареную поел. Нету чувства вот такого голода, и ты не хочешь кушать. И он помогает, но так как мне надо снизить вес, как бы я, ну, хочу, чтобы я была. Опять повисла. Хабер, звук. Да, у нас она опять зависла. А ты не можешь чуть-чуть про ее результат рассказать, конкретно ее результаты? Но на сегодняшний день она полностью на продукции сидит. Начинала она с Green Max, хотя она вначале очень отказывалась. Я ей подарила Green Max. Я видела, как она страдает, как у нее боли, как она тяжело ходила. Я ей буквально подарила. Я говорю, ничего мне не надо, вот возьми, попробуй. После того, как она неделю попробовала, она прибежала уже с деньгами, уже сказала, давай мы берем, я пробую все. Она начала с Green Max, потом Green Max, My Max, Flexi Max. Вот на Flexi Max она очень хороший результат получила. Во-первых, у нее дочь строила, достраивала дом, она 2 этажа. Кто понимает, декоративная отделка, это как это?
шпаклюешь стены в два раза, и там красишь их разными цветами, как обои получается, но это не обои, это как декоративный отдел. Она это сама одна сделала, полностью, два этажа у дочери. Сейчас в силу обстоятельств на стройке работает. Эти ноги, вот она говорит, что вот на шестой этаж, шестиэтажное здание, они там работают ключниками, и она носится там. Прямо вот честное слово, она себя чувствует. Во-первых, у нее все Гульнас, а время было спад почему? настроения. Гульнас, а почему раньше не могла-то? Ты расскажи сначала, что было-то. А вначале у нее что было? У нее, во-первых, было такое депрессионное время, да? Она, у нее север у нас, да, люди уезжают, приезжают, она уехала, все друзья, подруги, она осталась одна здесь, и у нее была депрессия, во-первых, не было общения, да, она вечно упадок, у нее психоз был, когда она, мы с ней познакомились, она, знаете, вот, как сказать, вот в депрессии была. Не-не, Гуляс, подожди, ты в суть не поймешь что-то. Почему она не могла-то подниматься? Почему? Что было-то? А потому что болели ноги, извините, 120 килограмм надо было нести, Вот, это ага. же не вчера случилось же, это не в один день пришло. Вот из-за этих депрессий она поправилась-то. Из-за этих депрессий, вот эти все заедания, то извините, у нас у женщин это нормально, когда депрессии мы кушаем. Вот это все заедание пришло к такому весу. А потом уже отчаяние, что не, она худела, отчаяние пришло, потому что она не может этот вес бросить уже так, как хотелось бы в молодости, может, она когда. Вот, и на этом продукте у нее все вот в жизни стало, как Ольга. говорится, на уровень выше. Да, Ольга, вот Ольга здесь же сейчас, да. Да? Оля, где? Ольга, Ага. может, расскажешь конкретно про свой результат именно? Я тут вылетаю все время. Да. И, ну как? Уже почти все рассказала. Я очень много стала на разных диетах, хотела худеть. Никак не получалось. Я на жестких-жестких диетах сидела, на которых, я не знаю, на всех, наверное, я сидела. У меня из-за того, что я уже могу худеть, началась депрессия. Депрессия была страшнейшая, наверное, у меня, потому что мне надо было операцию делать, а врач отказывался, говорил, что надо худеть. Если не похудеете, не возьмусь. А у меня грыжа такая была, что с двух сторон она вылезла с кишками вместе прям. Ну, две большие, огромные шарики были возле пупка. И они болели. Мне надо было все время лежать. Я не могла вставать, ходить. Если встала, походила. Они сразу вылазили, ну, вылезали и как шарики становились. Ой, что-то это я. Ну и он сказал, похудеешь, будем делать. Я стараниями немножко похудела, но уже так как почти уже защемилось, у меня боли страшные начались. Пришлось им сделать мне эту операцию. Но врач мне сказал, если еще на вот такой же состоянии останешься и не будешь худеть, ну, сказал, минимум тебе надо 30 килограмм похудеть, чтобы, ну, больше не вылезала эта грыжа у меня. А Ну сколько и на сегодня уже похудели? сегодняшний день я похудела, ну, 16 килограмм общий. А как думаете, благодаря какому это продукту? Благодаря это Гринмаксу, представляете, этот Гринмакс и Флексимакс. Я теперь понимаю, что Гринмакс с Флексимаксом вместе вот это чудо сделали для меня. Потому что я же вначале не знала, что Флексимакс тоже жиросжигающий. Оказывается, тоже вместе с Гринмаксом чудеса творят вдвоем. Человек худеет. Ну, я сама даже не думала, худеть буду. Я очиститься хотела. Ну, и благодаря этой продукции Гринмаксу, и пила это я его по треть саше. Ну, теперь вот Нутримакс пропью я и начну уже пить по 0,5 саше. Потому что мне еще надо скинуть 20 килограмм. Ну, хотя бы 20. Это Вот. здорово. Да, и я уверена, что я похудею. А вот хочу всем сказать сегодня. Хочу, тут же все свои, да, или гости тоже есть? Пусть будут все. Ну, хочу объявить сегодня, чтобы у меня был стимул, чтобы я хотела это сделать, чтобы мне было стыдно, если я этого не сделаю. Хочу вот запустить марафон-трансформацию.
Ну, это по похудению. Я обещаю вам, я клянусь, что до Нового года я скину 15 килограмм еще. Я вот это на видео снял специально, чтобы при всех людях, Да. 83 человека слушают. Марафон Молодец. трансформации, да, запускаете, Ольга? Ну, я буду стараться. Ну, как? Я это сделаю. Вот увидите, я поставила себе цель. Я это сделаю. Отлично. Спасибо огромное. Ну, спасибо. А то у меня тут это все опять вылетаю, кажется. Да, спасибо большое, что Оля, поделились. увидимся в другое время. Да. Спасибо большое, что поделились своим результатом. Это Спасибо вам. очень, да. Можно добавление сделать? Да. Да-да-да. Я когда начала пить Green Max, на четвертый день начала пить My Max. И все-таки я пью и сама, ну как сказать, в интернете копаюсь, смотрю и пришла к выводу, что надо добавить кардамон. 83 Вот человека. он нужен здесь. И я начала по утрам пить кофе именно с кардамоном. Я в турку на кончике ножа ложила кардамон, чуть-чуть подогревала, ложила кофе, заливала водой. И вот до сих пор пью кардамон. Вот он нужен в этом Green Max. Вот это мое мнение, на ваше усмотрение. Здорово, спасибо Хорошо, спасибо большое. за информацию. Так, Гульнас, ты у нас Давайте я сегодня... тогда, смотрите, я хочу рассказать про маску Ламоры. Время уже приличненько, мы сидим в зуме. Быстро расскажу про Ламор и расскажу, какие есть результаты про Мачо Мэн. У меня есть мужчина, который уже более 3 месяцев, третий месяц пьет, и есть у него результат. Он, конечно же, как мужчина, не выйдет, не расскажет никогда, но я поделюсь его результатами без имени, скажем так. Да, хорошо. Ну, смотрите, Ламор маска для лица, скраб, усовершенствованная формула, которая обеспечивает осветление кожи, да, заживление вот мелких этих, как и трещин, трещин, скажем, да, и оздоравливает кожу лица и очень хорошо отбеливает тон и борется с морщинами, стареньями, вообще подходит для всех типов кожи, и снежной кожи, и комбинированной, и жирной кожи. Преимущество у нее удаляет мертвые клетки кожи, антибактериальные, антиоксидантные свойства есть у нее. То, что вот угри, сыпь, которая есть, она тоже, как ее воспалительный процесс, убирает, регенерирует кожу, помогает плотности тургостой эластичности кожи восстанавливает, получается. И эффективно лечит профилактика акне, конечно. Тусклость кожи, ну, лица убирает, да. Все это наш ламор. Как мы ее делаем? Это саше. Вот сейчас я ее приготовила. Кстати, этим ламором, вот не поверите, честно, да, вот у меня почему-то в основном мужчины с отзывами, да, не женщины. Вот это я, моя маска, да, уже 2 штучки только осталось. Вот эту маску, не поверите, заказал мужчина. Вот она еще не открыта, я ему вот на выходных отвезу, отдам. Это мужчина заказал, он сказал, это ламор, это не только для женщин. Ты тут не говоришь, что это только для женщин. Он говорит, ты говоришь, для всех, говорит. Он вахтовик, он на вахте на ветру целый день работает. Говорит, прихожу, говорит, у него комната, извините, я немножко... Ага. И это, вот он говорит, я пользуюсь, говорит, ну, никто не видит, конечно, из мужиков, но вообще, говорит, балдею от него. Вот он уже вторую пачку у меня заказывает. Быстренько о результатах тоже рассказал. Ламор в таком саше, вот эту пачечку я делю на 3 части. Размешиваю его, вот так прям беру его, вот так прям и делю, открываю и высыпаю одну часть и размешиваю в пару капель тепленькой водички. Размешиваю кисточкой, так как у меня ребенок в школе учится, у меня этих кисточек много, вот прям школьными кисточки размешала и прям по всем зонам. Даже вокруг глаз близко я могу намазать, потому что это рекомендуется даже вокруг глаз эту маску мазать. 15 минут, ну, я могу и 15, и 20, вот Хабир тоже им пользовался, тоже показывал Да, после... я тоже пользуюсь. Да, у тебя
корь был, а у тебя ветрянка же была, да? Ветрянка была, да. Вот. И потом, чем еще хорош, здесь структура такая, скрабик, когда умываешься, остается такой этот песочек, но он круглый, не режет, не портит кожу, скажем, да, не вытягивает все эти, вытягивает мертвую кожу, но не грубит, ну, не царапает кожу, поэтому после ламора не бывает эффекта сухости. Нету того, что после нее даже я не пользуюсь кремами и ничем. И вообще я, когда пришла в компанию, у меня первая проблема была, это сухость лица. Я вот Green Max пропила, и у меня прям буквально через неделю прошло, а теперь после ламора вообще я всю косметику, можно сказать, выкинула. Остались у меня крема для рук только, потому что я уже не считаю нужным их использовать. Потом Мачо Мэна у меня с собой здесь нету, потому что я его как-то приобрела много, и у меня У меня вот есть. фамилия есть. Спасибо, что показал. У меня мужчины их раскупили. Мужчину первый, который заказал, сразу три пачки. Давайте я сперва о свойствах расскажу Мачо Мэна, да, потом уже. Во-первых, Мачо Мэн — это очень хороший продукт. Она у мужчин вообще, да, лучше внимание, да, мозговую активность она превышает. Вот это кто, вот мой, скажем так, партнер об этом говорит, он водитель, поэтому ему надо быть очень концентрированным, ездить за рулем. И он говорит, у меня уже способности ездить больше, говорит, ну как, сил и внимания хватает на долгое время вождением автомобиля. Потом улучшает, естественно, так, сексуальную реакцию, улучшает кровоток и расширение сосудов, повышает уровень энергии и выносливости, увеличивает качество сперматозоид. О, это я сказала. Да, это ты сказала. Сказала, ну все, слава богу, а то я боялась это все сказать. Увеличивает, короче, помогает всем мужским проблемам. Это значит долгий секс, хорошие, здоровые дети, скажем, и все такие вот мужские хитрости, все в этом мачо-мене, скажем. Поддерживает, восстанавливает мужскую выносливость, силу, азарт и активность. И, во-первых, она биоактивен против бактерий. Это тоже есть одна из основных проблем, потому что есть у меня, вот, извините, я сейчас вам расскажу, это тоже история без имен. Есть семейная пара, которая, ну не знаю почему, после секса у женщины всегда появляются женские болезни, молочница. И они прям вот из-за этого страдали. Сейчас после вот этих процедур Екатерины, Мачумена, у них этой проблемы уже меньше, не скажу, что прям закончилось, они только месяц пользуются, поэтому меньше, лучше стало. А про парня, который у меня уже более 3 месяцев, у него простатит очень, скажем так, давнишний, старый-старый. Он очень давно борется с этим простатитом, пробовал во всех сетевых компаниях. Он только если услышит, что есть мужской продукт, он прям идет и берет и пользуется, и он очень, ну, скажем так, к себе очень внимательно относится. И у него были результаты в других компаниях, но они были временными. Понимаете, временными. Вот пока он принимал эту продукцию, был результат. Ну, небольшой, но был. Он не спорит, что не говорит, что прямо здесь только. А здесь, вот сейчас он принимает уже 3 месяца, он видит результат в чем? Во-первых, у него, как он, у мужчин, да, в туалет они, как у женщины в цистит, у мужчин это тоже простатит. Одним словом, это почти что одинаково, только женское и мужское заболевание. Во-первых, он ночью, говорит, я просыпался раз в 5 в туалет. А сейчас, говорит, я просыпаюсь 1-2 раза, говорит, потому что я ночью, говорит, только и бегал. А он водитель, ему надо постоянно быть, ну, внимание, в фокусе ездить по нашим северным дорогам, да, по зимникам. Поэтому ему было очень сложно работать даже. Ну, проблем от этих простатит. Во-первых, на улице зима у нас, да, не побежишь, не постоишь по полчаса. Это же когда простатит, это долгое мочеспускание и частое бегать. Это вот все это ему мешало. Сейчас он говорит, во-первых,
как он говорит, прям дословно, спало давление, что вот в туалет он меньше бегает, спало давление, говорит, во-первых, говорит, улучшилось состояние, не состояние, а улучшился сам секс, потому что он семейный человек, у него есть жена замечательная, вот этот сам секс, говорит, мне уже, говорит, раньше он был чуть ли не в тягость, говорит, а сейчас это уже, говорит, и мне, и ей приятно, короче, а раньше ему было очень сложно справиться с этими вот такими интимными делами. Были проблемы. Вот поэтому мачо-мен, я думаю, не надо ждать простатита, не надо ждать каких-то заболеваний, звоночков, да, и особенно я хочу обратиться к женщинам. Сегодня у нас 85 человек здесь, да, в основном женщины. Хочу обратиться. Вот ко мне обращаются в основном жены этих мужчин. Мужчина сам никогда не подойдет, не признается ни одной женщине о своих проблемах. Женщины сами подходят, и я работаю через женщин. Я потом и знакомлюсь с ними, мужчинами, конечно же. Ага, но вот получается, что вот женщины, обратите внимание на своих мужей. Не только лечитесь, пользуйтесь нашей продукцией, но и предлагайте тем. У вас есть друзья, я уверена, что которые говорят, что у мужа есть проблемы. Они не верят, да, не верят. Вы можете, блин, если дать мой номер телефона, я расскажу им про своих мужчин, которые уже пробуют и видят результаты хорошие. Поэтому мужчин тоже надо лечить наших, надо наших мужчин тоже укреплять, как и женщин, скажем, да. Поэтому обращайтесь, если есть вопросы. Ну, он лично не будет выходить на Zoom, он сказал, я никогда не выйду. Вы что, с Нет, ума да. сошли, да? Вы что, с ума сошли? Говорит, я не расскажу никогда об этом. А скажи, Гульнас, он пользуется вот таким еще одним продуктом Да, мужским, прямо да, да, пользуется, да? да. Он тоже это взял, но он про это мне сказал, что прикольно пока. Но я ему вот только буквально, знаешь, когда получил, 2 недели тому назад отдала, я еще его, он уехал пока на зимовку, ну, в тундру, поэтому я его не видела еще. Ага, понятно, понятно. Вот. Ладно. Такие продукты у нас есть. Так, тут вот вопросы были, подожди, Гульнас. Сколько минут надо держать маску во время? 15 минут, 15-20 минут я держу маску. А мачо-мен Есть мы. можно только мужчинам принимать или идет как унисекс? Есть же, Я. смотрите, у нас есть Екатерина, вот это для женщин. А мачо-мен это для мужчин, скорее всего, там больше для мужчин организм, мужской организм. Мачо тоже после очищения надо пить. Да, это обязательно. Во-первых, этот мужчина пришел уже ко мне, наверное, 4 месяца тому назад. Он прошел сперва Green Max, My Max, Blue Max. Месяц-полтора не пили, он пил, да, жена его поддерживает в этом всем, да. И он 2 раза в день мачо-мен до еды принимает. До еды, потому что он у него утром Маймакс, потом Блю Макс, и вот перед Блю Максом за полчаса до еды он Мачумен, потом уже вечером перед ужином опять Мачумен. И еще он пропивает даже Нутримакс, он пьет в течение дня, разводит его на 0,5 воды, на 0,5 он, правда, половиночку, и подпивает, потому что он иногда бывает, что не успевает доехать до столовой, и с собой там не взял. Ну, это же работа. Поэтому вот такие результаты есть. Поэтому у нас про мачо-мен очень мало результатов. Я решила этот результат все-таки рассказать, потому что, да, это нельзя скрывать. Если мы знаем и можем помочь кому-то, либо это же здорово. Да, конечно, большинство мужчин стесняются же. У меня вот есть видеоотзыв, кстати, про Мачо-мен и про Макс. Таких вот прям серьезных проблем у меня никогда не было, конечно, потому что я прям очень активно занимаюсь спортом. И я думаю, что спорт прям очень помогает в том, что... вот, например, я похудел на 8 килограмм за 3 недели всего лишь. Хотя я думаю, что это потому, что у меня вот активно вот кровь идет же, да, когда циркулирует, когда спортом занимаетесь, поэтому у меня такие были прям крутые результаты. Ну и сейчас есть. Ну и у меня тоже очень хорошие результаты про Максу. Я вообще не комплексую, всегда говорю, вот секс 2 часа,
Жена прямо это иногда говорит, я с работы домой не приду, говорит уже. Но это уже бывает 3 раза в день. И Да, Хабир, только там перевод немножко неправильный. где? Там вот у этого про Макса перевод неправильный немножко. Там пишут где-то до ануса только мазать, а у меня племянница прочитала и сказала, от основания до ануса надо мазать. Неправильный перевод. Вот здесь написано, да, смотрите, вот я когда начал принимать, да, то когда получил, я послушал Аминура, которая из Казахстана, вот она там конкретно неправильно объясняет, как надо мазать. Вот я взял, просто прочитал, потому что хорошо говорю по-английски. Написано, сейчас найду, from twice daily in the morning and evening, best used after shower. Keep until it's fully absorbed. Да, from the bottom until to the ну, от конца до кончика. Вот именно так написано, от конца до кончика. Просто не могу найти, где это было написано. Не могу найти. Именно вот так было написано. И я вот первые 3 или 4 дня принимал, как вот тот лидер из Казахстана, да, объясняла, и никакого результата не было вообще. Но когда вот просто прочитал, как надо принимать, и начал принимать именно так, а маешь именно от конца до кончика и головку, и вот прям результат сразу же появился, потому что уже, вот, и знаете, секс был прям без остановки 2 часа. Прям 2 часа, представляете? Так, у нас ты это снимаешь, да? Да. Будешь выкладывать? Ну ладно. Я после того, как 10 лет в Америке прожил, вообще без комплексов человек. Можете прям хоть выкладывать, хоть отмечать меня. Это для И будущих партнеров да. мужчин. И вот Мачимон и Промах, знаете, не просто дают такую сексуальную энергию, а вообще прям жизненную энергию. Я вот каждый день встаю в 4:30. Если встаю в 5:30, для меня это уже поздно. Да, я встаю даже в 4. Неважно, даже в 11 ложусь, да. Обычно я ложусь в 10, но даже если в 11, в 12 ложусь. Вчера у нас вот была игра, большая встреча. Я лег где-то в 12. Все равно я встал 4:30. И вот я не устаю. Вот сейчас, ну, смотрите, с 4:30 я до 10:30 сейчас вот работаю, я абсолютно активный человек, вообще не устаю. Это именно вот из-за Мачо-мена, из-за Промакса. Когда я только-только начал принимать Грин Макс и Май Макс, вот тоже из-за, вот когда только-только начал принимать, прям сейчас, может быть, уже организм привыкает, да, но вот тогда тоже был такой прилив энергии. Я тренировался тогда, кстати, я же тогда в Зорге Фитнес тренировал. Я тренировался 2 раза в день, представляете, 42 года мне уже. 2 раза в день тренировался, клиентов тренировал и вообще не уставал. И вот сейчас, вот сегодня я встал 10:30, 10:11, сколько это уже? Раз, два, три, четыре, пять, 6 часов уже осталось до конца мне спать, да? 6 часов. И я до сих пор вообще не устал. Вообще ни в одном глазу мне усталости не видно даже. И, друзья, вот спасибо большое вам за обратную связь, за все остальное. Спасибо огромное лидерам. Гунас, тебе огромное спасибо, что всех собрала, организовала этот Zoom. Ты настоящий лидер. И не знаю, у нас тут есть гости или нет. Может быть, уже устали, уже вышли все. И интересно ли вам узнать, как здесь можно зарабатывать? Потому что я уже заработал около 5 миллионов рублей. Всего лишь за 8,5 месяцев работы. В компании я уже, получается, январь, февраль, март. 10 месяцев. 10 месяцев. Работаю 9 месяцев. Активно работаю 9 месяцев. И заработал около 5 миллионов рублей уже. Около говорю, потому что я просто уже не считал. Если вам интересен маркетинг, как здесь и здесь можно зарабатывать, да, как здесь можешь зарабатывать, то Есть гости. гость Лейсан Исянгулова, да? Как можно зарабатывать, то я расскажу, как здесь можно зарабатывать. Но если не интересно, то уже 10:30 можно, наверное, заканчивать, да?
как и в какое время принимать матчо-мен. Матчо-мен принимать надо, да, с утра. Вот я всегда принимаю на голодный желудок. Ну, но вот как Гульнас сказала, Гульнас, расскажи, пожалуйста, как принимает Юнир, как тебе лучше, может, виднее. Мачумен принимает до еды 2 раза в день. Извиняюсь, имя назвал. Ну, ладно уже, ты предатель. Его применяют 2 раза в день до еды. Это когда уже есть уже это, ну, как, уже есть диагноз. А для профилактики, я думаю, ну, знаю, что пьют 1 раз в день. Я один раз в день только принимаю, только утром. Но Да, мне сказали, что утром, да. Флекси Макс, вроде говорят, тоже утром надо принимать, да, на голодный желудок. Наверное, сейчас начну Флекси Макс принимать, а Матчман днем уже. Да, но вот до еды в основном рекомендуют, потому что чтобы она усвоилась, опять же, все под язык. А мачумен можно водой разбавлять на 120 грамм воды и пить. А можно и, как его говорится, в сухом виде под язычок насыпать, если есть, ну, кто-то любит такие вот рассасывающие витаминки и все такое. Так, друзья, если есть вопросы, еще задавайте. 2 раза в день, утром и вечером. Нет, ну это уже ответил, да, у нас, да. Да. Я только изучаю продукцию. Мне сказали, что там в составе есть гормоны. Нет, гормонов вообще нету, потому что тут все абсолютно натуральное. И все только из растительных клеток. Животного тут вообще нету. Все абсолютно натуральное. Все-таки это Халяль подавай. разрабатывали. Да, халяль, да. Есть, кстати, сертификат халяль и на продукцию, и на маркетинг, кстати. И тем более это разрабатывали ученые Швейцарии и Америки. Понимаете, да? Ученые Швейцарии и Америки. Швейцария, там живут только миллиардеры. Швейцарские банки, да, знаете. Там самые-самые богатые люди в мире живут. И США. Самая передовая страна в мире, хотим мы этого или нет, но это так и есть. Так, гости, задавайте вопросы, если есть еще. Если нет, то я приступаю к маркетингу и очень коротко расскажу про маркетинг. Почему именно здесь можно зарабатывать такие огромные деньги? Ладно, наверное, звука нету. У кого-то звука нету, но меня слышно, да? Да, слышно. Ага, спасибо большое. Так, друзья, вначале я говорил, да, я знаю несколько человек, которые начали тему НЛ в России лет 15 назад. Вот они сейчас реальные миллионеры, которые зарабатывают 5, 6, 7, 8 миллионов рублей в месяц. У нас вот такие же условия, мы сейчас так же, как они, в начале развития огромной корпорации. Я уверен, что, к сожалению, наверное, компания Enel никогда не сможет выйти на IPO, не будет своих акций, потому что в основном выходят американские компании. И вот эта компания M International из Малайзии точно выйдет на IPO, так же, как Incruise, предыдущей компании я был, да, она уже вышла на IPO и уже есть свои акции. И мы с вами можем быть акционерами этой корпорации, понимаете, да? И у нас гораздо легче зарабатывать, чем, например, в Энере, Сибирском здоровье, Гербалайф и так далее. Потому что у нас еще бинар. Первый плюс в том, что ниша пустая. Вот мы все вот здесь, вот в 1%. Мы все с вами, кто вот сейчас слушает, да, это сколько у нас, 75 человек. Все мы будущие долларовые миллионеры. Но, конечно, надо для этого постараться, поработать. Я не говорю, что... Так, Ильмир Уфа поднял руку. Да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Так, почему-то отключился, но нет, наверное, вопросов тогда. Мы все готовые долларовые миллионеры. Конечно, для этого надо постараться. Вот, как вначале я говорил, надо отдать себя прям в армию. 2 года поработайте, и вы будете настоящим долларовым миллионером. Не только в теории, но и
Так, 10 сертификатов халяль, да. 10 сертификатов. Все сертификаты есть. Два сертификата халяль. Один на маркетинг, другой на продукт. Вот когда мы вначале начинаем, да, когда вот ниша бизнеса открывается в какой-то стране, например, компания заходит в одну страну, например, вот эта компания в Россию зашла где-то 1,5 года назад. Компания уже 4 года, но мы можем считать, что 1,5 года, потому что мы же работаем в нише России в основном. И поэтому мы точно вот здесь вот в 1%. И все люди, которые заходят в компанию первые 5 лет, они долларовые миллионеры, будущие. Если, конечно, будут работать. Когда компании больше 5 лет, то образуется вот это 9%. Они там, вот здесь даже слишком большая сумма показана. Это такие уже середнячки. А когда вы заходите в компанию НЛ, Сибирское здоровье, МВ, Гербалайф, тем более Арифлейм, то вы сразу же вот сюда вот. Так, Эльмир, зубы очень некрасиво выглядят. Вы можете выключить камеру. Когда вы заходите в компанию, которая уже больше 10 лет, вы уже будете вот здесь вот в 90%, которые вот эти люди уже делают товарный оборот вот этим вышестоящим. Просто делайте товарный оборот. Поэтому очень сложно будет зарабатывать, если вы заходите в компании, которым больше 10 лет. Итак, 4 варианта входа в нашу компанию. Silver 110 кэшпоинтов. Это будет где-то 13 тысяч рублей с копейками. Я точно не буду называть, потому что это копейки, там 500-600 рублей, наверное. Вы можете купить себе два продукта. Второй вариант Gold. Можете купить 550 кэшпоинтов стоит. Это будет стоить где-то 64 тысячи рублей, да, с копейками. Или 63 тысячи рублей с копейками. Можете купить 10 продукций. Можете там, например, 2 Macho Man, 5 Green Max'ов, 3 Pro Max'а. Сами выбирайте количество, в общем. 10 продукций можете взять. Platinum 126 тысяч рублей стоит в рублях. 20 продукций можете взять уже. И Supreme самый выгодный вариант. 3300 долларов или 3300 кэшпоинтов будет стоить где-то 370 тысяч рублей с копейками. 60 продукций можете взять. И обратите внимание, тут вот Silver начисляется 80 BV, Gold 400 BV, Platinum 800 BV, Supreme 2400 BV. Вот такое вот начисление балловое, да, идет, когда система бинар. А бинар это когда у вас вот так вот только две ноги. Вот вы вот здесь, и вот одна нога строится налево, вторая нога строится направо. Вот это называется бинар от слова би, то есть два. И смотрите, вот как только вы заходите, как только зашли, например, на Silver, да, вы сразу же получаете скидочный бонус. На любой пакет заходите, сразу же получаете скидочный бонус. Никого не подключили, а уже заработали. Вот смотрите, скидочный бонус. Silver, вы сразу же обратно получаете 32 доллара, то есть 2 кэшпоинта. Если зашли на Gold, обратно получаете 160 долларов. Зашли на Platinum, сразу же получили обратно 320 долларов. На Supreme зашли, сразу же обратно получили 960 долларов. Вот на эти деньги можете купить еще продукцию с 50% скидкой. С 50% скидкой. Вот эти деньги не выводные, но вы можете уже купить еще продукцию с 50% скидкой. Вот так. Реферальный бонус. Смотрите. Вот Platinum и Supreme, вот третий, четвертый варианты входа, да? Третий, четвертый вариант входа. У нас считается бизнес-пакетом, и именно в этих пакетах можно зарабатывать прямо огромные деньги. Огромные. Например, смотрите, в чем разница. Silver заходит и приглашает Silver, зарабатывает 32. Зарабатывает, приглашает Голда, зарабатывает 120 долларов. Платинума 160.
Supreme моя приглашает 480 долларов. И Gold чуть-чуть побольше зарабатывает. А смотрите, когда входит Platinum и Supreme, да, сколько зарабатывают они? Вот Silver приглашает Gold, зарабатывает 120 долларов. Это будет где-то 15 тысяч рублей. А Platinum приглашает Голда зарабатывает 160, это уже будет где-то 18 тысяч рублей. А когда Silver приглашает Platinum, 160 долларов зарабатывает, это где-то 18 тысяч рублей. А когда Platinum бизнес-пакет приглашает тоже Platinum, то зарабатывает в два раза больше. Видите, да? В два раза больше. 320 кэшпоинтов или долларов, это уже где-то 35 тысяч рублей. И вот эти деньги можно моментально вывести на любую карту Сбербанка, Тинькова, или получить наличными, если ваш партнер рядом. Вот. А если Платинум приглашает Суприма, представляете, 960 долларов сразу же зарабатывает. Это будет где-то 102 тысяч, 102 тысячи рублей. 102 тысячи рублей. Представляете, какие тут заработки. И только у Платинума и Суприма, вот смотрите, только у третьего и четвертого пакета есть еще реферальный бонус от второй линии. От второй линии. Вот. Например, вы зашли платинум, пригласили платинума, заработали 35 тысяч рублей. И вот она пригласила еще платинума. И вы с этого человека заработали еще 40 долларов, 40 кэшпоинтов. Где-то почти 5 тысяч рублей. Вот. 5% от BV. Помните, да, платинум получает 800 BV. 5% 800 BV, это будет 40 кэшпоинтов. Вот. И только бизнес-пакеты Platinum и Supreme зарабатывают от второй линии. Так, и переходной бонус тоже. Переходной бонус зарабатывает только Platinum и Supreme. Вот вы здесь, да, например, пригласили Silver, который вложил всего лишь 13 тысяч рублей. А вы сами вложили 126 тысяч рублей. И вот она пригласила. А, нет, я вот здесь, вы написано, да, пригласил Сильвера. И вот она пригласила Платинума, который вложил 126 тысяч. Так вот, смотрите, половина уходит ей, а половина, 160 долларов, уходит вышестоящему. Потому что я, например, да, я Платинум вложил 126, больше ее. 160 – это 18 тысяч рублей, представляете? Я, например, переходным бонусом только от одного моего партнера, кстати, заработал более 100 тысяч рублей. Вот, переходной бонус. Бинарный бонус. Бинарное золото. В сетевом маркетинге самые выгодные маркетинги – это бинар. Бинарный бонус. Так, я сейчас быстренько пройдусь по рангам и потом бинар объясню. Смотрите. Что тут круто? Вот вы зарабатываете вот этими всеми бонусами вместе 3888 долларов или кэшпоинтов. Это будет где-то 400 тысяч с лишним рублей. Вам дарят 100 долларов. Сейчас вот изменили 100 долларов здесь дарят. Дарят значок с сапфирами. И вы выполняете ранг сапфир. И все, вы никогда не падаете отсюда. Плюс к этому. Зарабатываете 5000 долларов, вы становитесь рубином. Вам дарят 300 долларов. И вы становитесь рубином. Плюс к этому зарабатываете 10 тысяч долларов, вы становитесь изумрудом. Вам дарят 400 долларов. Это будет уже где-то 44 тысячи рублей. Представляете? И если вы изумрудом становитесь за полгода, вам еще дарят плюс к этому 2200 долларов, кстати. Так, даймондом, когда становитесь, когда плюс к этому зарабатываете 20 тысяч долларов. И вам тут дарят не 1000 долларов сейчас, а дарят 3333 доллара. Сабир недавно получил 3333 доллара. Это где-то 360 рублей. 360 тысяч рублей, то есть. Кстати, сейчас посчитаю, смотрите. По сегодняшнему курсу 38 тысяч. Я, кстати, этот ранг уже тоже выполнил. 38 тысяч 888. Умножаем на сколько сегодня? 109, да, вроде, да. 4 миллиона 238 тысяч рублей и плюс вам дают 360 тысяч рублей. Это будет, ну, 4,5 миллиона рублей, в общем.
Вот так вот. Я заработал на сегодня уже 43 тысячи с чем-то. Так. И смотрите, вот даймонды в России, по-моему, насколько я помню, 5 человек всего лишь, а рангов у нас 10. Посмотрите, дабл даймонд, вот одна женщина, только одна девушка из города Сибай, Лилия Абдулина наша, стала дабл даймондом за 11 месяцев, по-моему. Да, вот в России нету, вот одна только дабл даймонд, Лилия Абдулина, бьет все рекорды. И все, дальше вот после этого еще есть вот здесь один ранг, и вот здесь еще есть президент Краун Даймонд, 10 рангов. Представляете, вот насколько ниша пустая, дальше никого нету. В Казахстане 2 дабл даймонда и все. В Киргизии нету, в Узбекистане нету, во всех прибалтийских странах нету этих директоров. Вот насколько ниша пустая, понимаете, да? Насколько нам повезло, насколько мы в крутой компании. Ниша вообще пустая. Вот. И бинар. Золото бинара. Все опытные сетевики заходят всегда на бинар. Так, здесь, наверное, придется рисовать, да? Так, или может быть всем понятен бинар? Я так ленюсь, вот я через, получается, так. Хабиру время спать уже пришло. 6, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16 часов, 16 с половиной часов я уже работаю, да? И Может, на другой день оставить? начал зевать. Что оставить? На завтра? Да. Ну, Еще с женой 2 часа надо заниматься. Смотрите, вот видно, да, как я рисую. Еще не Нет видно. еще. Да. Сейчас вот еще раз включу демонстрацию экрана. Бинар, это когда растут только две ноги. Вот вы здесь. Здесь одна нога растет. О, сердечко нарисовал случайно. Нарисовал сердечко. И вот здесь вот еще одна нога. И вот здесь вот выше будет ваш наставник, да, где-то здесь. И бинар этим хорош, что от вышестоящего наставника вот так вот идут переливы. И эти люди считаются в вашу команду. Мне повезло, мой брат поставил меня спонсорскую ногу свою. И вот эта нога обычно сильно обгоняет. И когда вот здесь вот, например, пришел один человек, платину, например, вы заработали с него 35 тысяч реферальных бонусов, вот эта нога, когда догоняет вот здесь, то видели, да, платину получается 800 BV, а бинар всегда платится в любых компаниях 10% от малой ноги и 10% от BV. У кого-то PV, у кого-то BV. Вот 10% от 800 BV это будет 80 долларов. Здесь вы заработали 80 долларов. И вот этот человек прям круто заработал, оказался сетевиком, да, как, например, я, как Лилия Абдулина. И вот с каждого человека вы вот здесь вот будете зарабатывать 10%. С каждого человека. Нога догоняет по обороту, и все, вы будете зарабатывать прям вот такие вот хорошие деньги. И вот это называется золотой треугольник. Вот, например, здесь Гульнас Халилова, Гульнас, Гульнас 2 будет, Гульнас 3. И когда вот эта нога сильно обгоняет, вот эта нога строится, у нас просто надо взять и... Так, я сейчас... Где тут у меня стирается-то? Вот. Сейчас стиру. Смотрите. У нас берет... Вот здесь вот огромная нога, да? Здесь вот огромная нога. У нас берет и вот здесь вот выстраивает внутреннюю ногу. Вот когда она здесь подключила платину, она заработала только 80 долларов. А когда вы здесь вот внутреннюю ногу строят, то вот эта нога, малая по отношению к этой ноге, она здесь 80 долларов зарабатывает, и вот здесь еще 80 долларов зарабатывает. То есть за одно подключение платинума уже платится не 80 долларов, а платится 160 долларов. Вот этим выгоден золотой треугольник. Вот он, золотой треугольник. Вот. Раз, два, три. И вот когда этот человек или у нас еще тут строит, да, с каждого подключения она будет получать двойной бинар.
Двойной бинар. Здесь, если появится сильный сетевик, вот этот сильный сетевик, да, начинает строить, с каждого ее или его подключения идет двойной бинар. Опять вот, например, Gold подключился, то получает не 40 долларов, а получает 80 долларов, двойной бинар. Если Supreme подключился, то не 240 долларов получает, а получает сразу 480 долларов, потому что бинар сюда идет и бинар сюда идет. Вот так вот, двойной бинар. Вот этим выведен бинар. Золотой треугольник. Так что, друзья, вот коротко, вот так вот. Если есть вопросы, давайте еще минут 5 отвечаю на вопросы и ложусь спать, потому что я уже работаю 16,5 часов. Наконец, по-моему, я начал уставать. Хотя мы на ночь договорились с женой провести бурную ночь, потому что я завтра уезжаю с презентацией в Сибай на несколько дней в Магнитогорск, Сибай, Белорецк. Буду скучать по жене, поэтому я ее сегодня... Дальше не буду продолжать, извините. Я очень пошлый, испорченный башкирский американец или американский башкир.